стих Александра, ну как не стих, это песня вообще в репертуаре Александра Вертинского «В синем и далеком океане». «Вы сегодня нежны, вы сегодня бледны, вы сегодня бледнее луны. Вы читали стихи, вы считали грехи, вы совсем, как ребенок тихий. Ваш лиловый аббат будет искренне рад и отпустит грехи наугад. Бросишь думу свою, места хватит в раю, вы усните, а я вам спою. В синем и далеком океане, где-то возле огненной земли, плавают в сиреневом тумане мертвые седые корабли. Их ведут слепые капитаны, где-то затонувшие давно. Утром их немые караваны тихо опускаются на дно. Ждет их океан свои объятия, волны их приветствуют звеня, страшные их бессильные проклятия солнца наступающего дня».